Сотрудники Управления социальной защиты населения и инспекторы ГИБДД провели совместный рейд. Они проверили наличие и использование парковочных мест, предусмотренных для людей с ограниченными физическими возможностями. О результате проделанной работы наш следующий сюжет. Проверочные рейды возле объектов социальной инфраструктуры проходят в преддверии Международного дня борьбы за права инвалидов, который отмечается 5 мая. Представители ГИБДД совместно с сотрудниками соцзащиты проверили наличие и использование по назначению парковочных мест для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Акция проходит уже 5-й год подряд по инициативе Министерства социального развития Московской области. Федеральным законом 181 о социальной защите инвалидов предусмотрено, что возле каждого объекта, на каждой парковке должно быть выделено не менее 10% парковочных мест для инвалидов от общего количества мест. Но кроме наличия машиномест, важно, чтобы их не занимали те, кому это не положено. Возле налоговой инспекции на территории торгово-развлекательных центров нарушителей не оказалось. А на парковочной площадке около местной администрации участники рейда выявили 5 автомобилей, незаконно занимающих места для инвалидов. Транспортные средства эвакуировали на штрафстоянку. Парковка в неположенном месте обойдется владельцам авто в 9 500 рублей. Эту работу специальная комиссия будет проводить до 4 мая. Луиза Егиазарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ.